Шотландец пришел на исповедь к священнику. «Святой отец, я грешен, я почти что изменил своей жене». «Почти что это как? Ну мы с другой женщиной терлись по-всякому, но я ей не вставил». «Потереть – это то же самое, что вставить, сын мой. Ты изменил своей жене». «Прочитай молитву 50 раз и пожертвуй 50 фунтов». Шотландец идет, молится, затем направляется к ящику для пожертвований. Что-то там делает и отправляется к дверям. Священник его окликает. «Эй, я все видел, ты не опустил деньги в ящик? Ты только потер его купюрой». «Но, святой отец, вы же сами сказали, что потереть – это то же самое, что вставить». Вовочка пришел в гости к бабушке. «Что, опять родители ругаются?» – спрашивает его бабушка. «Да, мама с курорта привезла какой-то трипер. Наградила им папу, дядю Сережу и соседа из квартиры напротив. Сейчас все кричат, ругаются, а я одного понять не могу. То ли мало привезла, то ли плохо разделила». Встречаются три подруги. Одна говорит: «Я вчера своему мужу минет делала, так у него яйца холодные-холодные». Вторая говорит: «Я своему тоже делала, и тоже ледяные». Третья промолчала, на следующий день встречаются, у третьей фингал под глазом. «Что случилось?» «Да вот, стала мужу минет делать, и говорю ему: чё это у всех яйца холодные, а у тебя теплые?»